Да, это какой-то аквапарк здесь. Первая линия получается. Набережная. А вот здесь уже получается начинается море с пляжем. Сейчас мы подойдем и посмотрим, что у нас там интересненького. Ой, ветерок какой тут приятный. Зонтички, лежаки. В общем, все как всегда. Прикольно. Ой, какой песок глубокий. Красота какая. Здесь красивее пляж, чем на Патонге. Ну и что? А тут лежаки, интересно, платные или нет? Я когда была, на Патонге платные. Спокойно. Какая прелесть. Сегодня день, наверное. Ты не знаешь? Они платные? Я не знаю, я обычно. Ваня строит песочные замки и смотрит, как их море смывает. Забавно. Море здесь очень неспокойное. Я не знаю, всегда оно такое здесь или нет. Но купаться невозможно. Волны очень сильные, они тебя толкают, подбрасывают. Поэтому немножко походили по воде. Ну и пойдем скоро. Вот так пальмы прорастают из кокоса. И вырастает много новых пальм. Поднимаемся на какую-то гору, а там ходят просто курицы по дороге. Не стесняясь вообще. Петухи почему-то. Дикие какие-то петухи. Вот в такой комнатке мы остановились сегодня. Пошла! Тут у нас своя терраса. Можно посидеть на улице. Очень все тут красиво. Есть бассейн. Ну, отсюда его не видно. Но тут получается такой отдельный домик. Там напротив еще один домик, еще один. И здесь даже есть кухня. То есть здесь можно готовить, если долго жить. Но у нас долго здесь не получится, потому что оно тут все забронировано. Ночная веселуха. Ну а я спать хочу. Мне вообще как-то тут неинтересно, честно говоря, тусить. А ты можешь мне сейчас водичку разбавить? Да. Пассажи рыбками. 15 минут, 100 бат. Юля решила попробовать. А, они напали на нее. Они ее пожирают. Ваня, тебе не жалко Юлю? Ее жрут. Тебе не больно? Сегодня идем на другой пляж. В этом же районе два пляжа. Вот пляжная линия начинается вот так, с деревьев, как всегда. Красивая кафешка. Вот пляж начинается. Море опять сегодня неспокойное. Ну, ничего. Побыть на море это не помешает. Красота. Вот такое такси. Тут просто обалдеть, какое такси крутое. Я в шоке вообще. Вань, ты видел, какое такси у нас крутое?